Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live. Я немножко простудился, так что голосок может быть немного другим. У нас редкая башня, нам предстоит 4 боя. И у нас команда гибридов, то есть натиск гибридов. Так, испытай свои силы против 6 разных гибридов в 5 раундах. То есть нам показано здесь только 3, а их на самом деле здесь 6. Я так понимаю, или всего лишь 6, и они будут просто меняться в разных комбинациях. Ну, наверное, скорее даже так. Так, я взял сюда, смотрите, кого. Взял Маюнда Зуха. 108, вообще никогда, наверное, не сражался практически. Зуха Татар с кровотечением, прикольный. Кстати, чуть-чуть по скорости, слабо, 116. Диплотатора взял, и для подстраховки Спинатораптора. Вот так вот. Так, выберите существо. Вот смотрите, ничего себе, 127 скорость. И прекрасно выглядит диплотатор. Против него Саркариксис. У него, по-моему, иммунитета нет. Нет у него иммунитета, замена с защитой. Ну давайте его сразу поднерфим немножко. А он себя пробустил и в итоге ударил довольно больно. Давайте мы себя подбустим. О, паралич. Блин, а пробил. Пробил гаденыш таки нас. Так. Выпускаем его величество кровавого короля. Опережающий у нас есть. Так, вот такой удар у нас есть. Так, ну и как раз мы сейчас должны, скажем так, выпетлять из этой ситуации. Кстати, неплохая комбинация ударов у Пататора. Мне нравится. Так, а вот этот парнишка имеет иммунитет, и потому давайте-ка мы подменимся пока вот сюда. Там мы еще и быстрее оказались, это вообще феноменально. Так. Давай вот так. Блин, а ну. Ой-ой-ой-ой. Контратака слабая. Сколько она занимает? 50%. Нет, подождите, какая контратака? Пассивное умение. А, одинарная. Это, ну, такая слабая атака получается. Давайте тоже защитимся. Но он тут нас сейчас пробьет. Так, пора линять отсюда. Так, у нас тут должна быть нейтрализация, да, если мне память не изменяет. Да. Так, 2-1 в нашу пользу пока что. Ой-ой-ой. Так, его величество Зухататор тут пришел. Конечно же, давайте нанесем кровотечение, потому что он от него избавиться не сможет. Так, ну да, таки пробил. Так, а, у меня Маюндазух еще остался. Ну ладно, не будем рисковать. Выпустим более продвинутую версию того же. И добьем его. 116, да, низкая скорость все-таки. Это его и убило. Кровотечение. Ну, вот так бы сразу.
Так, следующая битва. Горло болит, блин, говорить тяжело, конечно, но давайте будем двигаться дальше. Так. Ну так, давайте пойдем. Посмотрим, что там Тарбозавр сможет. Блин, правда, не надо было оценить скорость противников. Так, 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 так. Ну давайте с Тарбозавра начнем. Он будет точно ходить последним. О, так, против Диплотатора. Иммунитета нет. Ладно, давайте так. Прикольно. Напоминает мне этих монстров из Хроники Риддика. Ну, из первой части Черная дыра, которая называлась, по-моему, так. Ах, нифига себе. А чё так больно? Вообще оборзел. Давай, Тарби, покажи ему. Блин, еще и занерфил нас. Неудачно так подменился. Но крит порешал. О, Пуролитик. Я тоже его качаю. Мне уже он, по-моему, 17 уровня. Давайте подменимся. Ладно, пусть будет так. Димодактиль, кстати, да, неплохо. А у него иммунитет есть? Нет, нету. Значит, заберем сейчас у него скорость. Отлично. И вот так. Давайте следующего. Так, снова ты. У него контратака есть, да? Давайте щит поставим. В обход брони, но не щитов. Так, как бы тебя так успокоить? А, его пробил. Пробил таки, гаденыш. Тарби, мы быстрее. Так, какая скорость у Пуролита? 105, это дно. Скорость дно у него, конечно. Но выглядит зачетно. Потому я хочу его прокачать. Да и он нам нужен для гибрида. Так, бой номер 3, ребятки. Ну, вот так вот уже пойдем. А вообще мне хочется взять Процератомима и гибрида с Игуанодоном. Кто у нас там? Забыл, как его зовут. Так, ну, вообще-то, Эйнич был очень такой крутой парень. 117, 107. Ну, давайте начнем с Шустрика. Димодактиль. Так, иммунитет. Нет иммунитета. Ну, и сейчас нужно, вообще-то, убегать. Если выживем. Валим. Он пригодится нам еще разок подмениться на него. Паралич сработал, но он должен окочуриться. Отлично.
Ой, сквозь броню, ой, как нехорошо получилось. Так, а что это за удар у нас лечащий? Раньше такого, по-моему, не было. Блин, ну мы уже об этом не узнаем. Так, у него иммунитет. Надо защищаться. Ну да, он сделал то же самое. Еще и кританул, гаденыш. Хана тебе. Черт. Чё ж ты так как-то держишься? Ну, ставим щит, потому что следующий противник-то у нас появится. Так, ну вот отлично, в принципе, у нас тут кровотечение. Блин, нейтрализация у нас. Так, следующий удар у меня будет, скорее всего, кровотечение. Но у меня там спинатозух, он быстрее. Так, этим нас не прошибешь. Накританул и... А, в принципе, давайте на Тимодактиля. Он кровотечение должен был получить. А, подождите. Почему кровотечение от Тимодактиля ему не попало? Что за дичь? Ну ладно, пусть будет так. Крысёныш победил. Пушистик. У нас кто там? Ютиранус, да, или, по-моему, да. Потом, а, ну, Юдон. Потом Литронакс. У нас пушистики. И Спинатораптор. Так, давайте глянем, кто у нас там дальше идет. Вот такие вот ребята. 126, 127 и 105. Предлагаю сменить наших ребят некоторых. Там редкий Рекс Джин 2 стоит. Так, вот я хотел бы вот Процератомимчика взять. Какого там он у меня уровня, правда? Вот, кстати, мой Пурозавр. Давайте вот его возьмем. Вот там вот рядышком я видел Игуанод... А, это сам Игуанодон, блин. Так, а где мой... Где эти новые гибриды? Так, ну, этого не берем. Так, так и так. Блин, а ничего, слабого уровня такого? А вот 14-го один из них. А Эдмонто Гуанодонт. Вот так вот тут называется, вспомнил. Вот его хочу найти и посмотреть. Неужто ли он у меня всего лишь там 10-го какого-то? Да быть такого не может. Так, вот и Гуанодон 11-й.
Так, Эдмонд. Ищем, ищем, ребята. Уранич. Там. Блин, странно. Что-то не могу его найти. Или вот это он и есть? А, это он, блин, гибрид. Просто эпический. Да? А ну-ка, давай. Это и есть Эдмонд Агуанодонт. Точно. Точно. Так. Ну, вот этими вот тремя пойти. Давайте все-таки кого-то для подстраховки возьмем покрепче. Мало ли чего. Кто у нас тут есть такой интересный? Крокодильчик есть вон. Давай тебя возьмем. Помчались. Так. Так, у них там 126-127 скорость. Процератомим должен быть быстрее, у него там 131. Блин, прикольно, и на всех можно подмениться. Так, это тварь с иммунитетом. Но нейтрализации нет, а у нас иммунитет есть вообще? Да, клацайся. Есть иммунитет, это отлично. Блин, но снижать урон... Блин, здесь все такие удары... неподходящие. А, подождите, у него нет иммунитета. Ну тогда до свидания. Блин, ну что-то как-то минус 90 не сработало. Вообще прокусил, смотрите как. Не по феншую получилось. Что такое какой-то дерзкий, а? Так, на, давайте вот так вот сделаем. Паралич. Сработал. Ой, ты, блин, кровотечение нам тут выдал. 3000 жизней, он довольно жирный. Опа, мы очистились от кровотечения? Не, нифига не очистились. Это плохо. А вот так? А вот так очистились? Так, он быстрее. Ну, валим обратно, давайте на него. Только тут иммунитет уже, да, сработает. Пробивай.
Так, что-то как-то тяжело идет этот бой. Давай, хиляемся. А, и подмена таки работает. Точно, забыл. Чуть не забыл про эту фишку. Так, ну это как-то так. В общем-то, она была не к месту, эта подмена. Блин, как же он больно бьется. Так, кто там? Следующий. У него контратака. Давайте свалим. Паралич, надеюсь, сработает. Так, сработал. У него... Так, ну ничего такого особенного у него нет. Ух ты, блин, вообще кританул-то. Так, ну это у него кровотечение, да, было только что? Ну все. Прощайся с жизнью. Так, ну, в общем-то, вот такой вот у нас получился боёчек. Посражались диносами, которые довольно прикольные, но ввиду слабого уровня я ими обычно не сражаюсь. Вот, так что, в общем-то... в общем-то, если что, не серчайте. Говорить мне сейчас тяжело. Забираем нашу награду. О, пятерочка. О, стигичей насыпали. Пара завриков насыпали. И амаргичей. Так. Также еще мы что-то тут выполнили. Бой. Бой с другом, кстати. Акции до сих пор нет. Печалька. Что здесь? Ну, только 50 баксов. Ни с кем нельзя посражаться. Печально. Дракорексиков никто мне не хочет насыпать. Ну, в общем, тогда все, ребята. Всем пока.